Эмиль, как считаешь, вот этот очень долгий, довольно тяжелый перелет, плюс такая погода, как-то сказался на настроении команды? Ну, в принципе, нам не привыкать к таким долгим поездкам, и мы как бы свое дело должны делать на поле, а это уже, если завтра неудачно сыграем, никто нас не спросит, как мы ехали, и это абсолютно нормальное явление в футболе. Скажи, сразу два ключевых футболиста не будут завтра на поле из-за проволочек с визой. Внесло ли это какие-то коррективы, вот на, допустим, на настроение, на ответственности команды в целом? Вот, ребята обсуждали этот вопрос? Да, безусловно, нам завтра будет не хватать очень. Но мы команда, у нас в команде 20 человек, и я думаю, мы только будем за них вдвойне работать, с двойной самоотдачей. И последний вопрос, Эмиль, скажи, был ли разговор в команде, скажем, попытаться решить все вопросы в первом матче, либо сыграть так, как с Гонзасаром, скажем, умеренно, не выкладываясь на 100%, и решать уже вопрос о выходе в следующий раунд в ответный матч? Ну, мы эту команду, в принципе, не знаем очень сильно. Мы начнем аккуратнее. Сразу вперед нам нельзя будет бежать, потому что играем в гостях, игра из двух матчей состоит. Ну, задача забить. И желательно побольше забить, чтобы домой уже ехать со спокойной душой, потому что еще чемпионат впереди. И хотелось бы завтра решить вопрос. Спасибо.